Что, мы начинаем вести наш блог? Ива, привет. Последние дни иностранцев в России. Ива, your last days in Russia. What the hell, buddy? А я остаюсь. О-о-о. Что, Александр, мы начинаем съемку нашего видеоблога. Да. Где мы с тобой сейчас? В Чехове. Куда идем? Где они? Или нет? Что, ребята, что мы берем? Мы берем три, будем делать суши? Три? Андрюха, давай, расскажи подписчикам. Hello, I'm from California. Рис надо. Рис. Хорошо, рис. Мы будем готовить суши. А еще нужно? Рис, а еще? Бутерброды, паста, итальяно. Ну слушай, сейчас же цены. Цены очень, да. Но мы что-нибудь пожарим лилу. С чем? Зажарим с сырочком. С мороженым? Запечем. И съедим. Мы находимся сейчас в машине Джили. У нас есть водитель Андрей. From California. Друзья. Лилу спроси что-нибудь. Лилу. Молодец. О, друзья, куда мы едем? I love sports everywhere. We are. Можно на русском. We are. Можно на греческом. Okay. Александра. На греческом? Я не умею на греческом. Just going to, you know, to have that. Калиспера. Он попало итальяно. Видим в лагерь. Куда? В лагерь. Что за лагерь? Лагерь. Детский лагерь. Детский взрослый лагерь. Я одного не понял, зачем ты, брат, снимаешь YouTube конец? И Инстаграм тоже. Я потом на китайский зайду платформу. С русским контентом. Радио джаз. Паста из ТикТока. Из ТикТока? Да. Это как? Из запрещенной сети. А, запрещеночка будет. Да. На территории Российской Федерации. Дочка наша вот родилась. Думали, будет человек. Вот голландские это... гены, да? Вот это вылезло. Ну, что вылезло, то вылезло, как говорится. Кто папа ее? Пес. You're the father. Андрюха, а какие сейчас криптобиржи популярные? 2DX с деривативами. Спасибо. А другие? Крипто-доллар, сейчас. Bybit. Exmo. Ты главное говоришь, потому что непонятно звучало. Давай слово наложится. Binance. Я думаю, надо представиться. Крипто-бизнесмен. Коин. Мать собаки. Андрюх, вот сейчас мы ссылочку в описании поместим, ну, соответственно, с твоими этими реферальными. Да, все. Что покупать, какие монеты сейчас в тренде? Три монеты посоветуй подписчикам. Биткоин. Я мать собаки, безработная. А это европеец без евро. Грустная машина. Александр, а вы кто? Да, я пиарщик. Персик нас. Персик. Персик. Персик, девушка. А это я. Всем привет. Мы. Я ютуб-блогер. Мы едем в Чехов кутить, веселиться и прожигать последние деньки. А потом еще будут деньки. И еще. Да. И они никогда не закончатся. И мы слушаем радио джаз. Анатолий Айс, свяжитесь с нами. И вот отдал последнюю куртку, дабы прожить последние деньги. Продал. Мне не холодно. Уже 4 года здесь. Совсем тронулся, бедняга. Вот оно, бездорожье. Это шоссе. Которое ведет в никуда. Шоссе ведет только к счастью. А где пятерка-то? Вот тут кладбище. И вот это счастье, Андрюх. Мариан, пятерочка. Спасибо большое. Мы тут Лилу сейчас оставим и... Мы едем на машине Джили. Атлас. Какой Атлас? Джили Атлас Про. Это видео превратилось в автообзор. Но плавно идет, да, Андрюх? Плавно. Ну послушай звук какой. Это джаз, это труба. А? Звучит? Еще у нас есть вот такая штука наверху. Ее немножко почистить и будет кайф. Друзья, мы едем смотреть звездное небо.
может быть, даже его и увидим. Смотрите, сосны какие справа. А слева? Поваленные деревья слева. Андрюх, что-то он, машина ругается. Пип-пип-пип-пип. Александр, привет. Как тебе сосна справа? Прекрасно. Я хочу передать привет, Андрей, твоему другу, Греку. Греку? Привет, Грек. Он смотрит наш канал. Скажи по-гречески что-нибудь. Ты же был на Кипре. Калимера. Это кальмар по-гречески? Калиспера. Калимера. Это доброе утро. Калиспера. Добрый вечер. Жесть. Ну ладно. Все, мы теперь снимаем фронталь. Главное расслабиться и не думать, что камера включена. Это главный секрет успеха. Всем привет! Hi! Hello! I'm from California. California, where are you from? Where are you from, man? From California. Ну ладно, ничего вам не расскажем. Сегодня нет потребности делиться. Сегодня есть... хочется побыть себе, побыть внутри. Да, хочется потребность выделять только. Так, мы были во Вкусвилле. Теперь мы идем в Пятерочку брать что? Творожный сыр и корм для собак. Да, потому что наши друзья псы, еще те шавки, их нету, и мы устроим челлендж в чеховской Пятерочке. Что запеликало? Что-то запеликало, Марианну сейчас повяжут, потому что у нее много незаконного корма. А я снимаю на фронталку, тебя не видно, Мария. Она прикидывается, будто она бегает. Так, мы пришли сюда за творожным сыром. Потому что мы хотим сделать классных блинчиков. Так. Мы в алкашке. Что, Марианна? Когда мне было 19, я могла выпить вот такую бутылку целиком одна. Задумайтесь, парни. Она пока не замужем. Да? А сейчас сколько? Две? Сейчас ноль. Это было 4, показано. 3. Вот так вот. Вот никем я не стала. Стою в Пятерочке. Закончила ГИИТИС. Академию в Германии. Что? Вот. От бутылки. Вот бутылки. К бутылке пришла. И еда для псов. И жизнь в Чехове. Миграция из Москвы в Чехов. Вот оно мое будущее. Настоящее принимаю, прошлое. Благодарю. Благодарю, благопринимаю. Хорошо, ты благо приняла. Кризис в стране. Но не в Чехове. Все в изобилии, друзья. Особенно алкогольная продукция. Где-то здесь должен быть магазин. Apple. Он остался единственной работой здесь. Да? Стремилово. Иво, wanna live here? We wanna live here? It's nice. Nice. Prices are also nice. Children's house. Wait. Children's house? Где children's house? Детский садик. Ива, ты станешь дояром. Дояром? А доером. А вот old school. Что это такое? Какой old school? Very old school. Ну, Андрюх? This is fresh. Это видео рассчитано на английских подписчиков. На греков. На греков. Скажи греку привет. Калимера. Air fresh. Какая-нибудь серая. Это что было? Тикток? Да. Андрей, поделитесь, а у вас уже началась монетизация вашего канала? Да, да. Только ее отменили. Монеты капают. Вот Андрюха мне кинул уже пару монет в карман. Какие? Трон. Дрон. Монета дрон. В каждой компании есть такой друг, который все время достает камеру и тебя снимает. Да. Непонятно зачем. И у нас, к сожалению, это Андрей. У нас два Андрея. К сожалению или к счастью. Андрей, криптобизнесмен. Ну ничего, друзья, этот канал станет популярным. И вы потом будете проситься ко мне. В коллаборацию. В коллабу. Снимай меня, Андрей. Придется пиарить. Придется. Ёпту. Ты обслюнял мне руку. Прости. Прости, вытри. Это все для подписчиков канала. Стейк выйдет в
Простите, друзья, я контент-мейкер, я не могу нести вещи. Молодой человек, в дом все, заносите в дом. Все, заходим в дом. Наконец-то. Ёшкин, меня чуть не прибили, жесть. Жесть. Обзор, обзор, рум-тур, рум-тур. Так тут, да, смотри, какое кресло. Делай рум-тур. Это вообще. Это как у нас в Голландии, стиль. Стиль, да? Точно. Кайф. Так, а мне нужно так снимать. Друзья, это кайф просто. Ну что? Как? Как здесь на даче, Юра? Как обычно. Это видео, да? Лотерея. Мы выиграли 1 000 000 рублей. Теперь идем искать Яну, которая должна нас встретить, но не встречает. Сейчас мы сделаем. Сейчас уже разложимся. Блогер. Блогер Андрей. А, да, привет. Приветики. Но духарильств все господи. Да, да. Нам деревенским этого вообще не понять. Это духи с феромонами, друзья. Мы даже голову не моем. Это видно. Друзья, мы приехали на дачу. План такой: сходить в баню, попариться, поиграть в настольные игры, весело провести время с друзьями. То, что другие обычно не делают. Вот, а мы планируем этим заняться и показать все это вам. А зачем? Ну, вы же зачем-то это смотрите, значит, вам это интересно. Всем привет, друзья, это мой видеоблог. Вот у нас есть здесь Ива, наш друг из Голландии. Ну, друг, друг. Видите, какой умный. Александра! Идем в тот дом кушать. Другой? Да, там уже Яна приготовила суп. Пойдем. Ты любишь суп? Суп любишь? Поехали. Поехали. Вот это супец. Яна, как называется этот суп? Этот суп называется... Вегетарианский грибник. Я люблю как бы суп грибной из сушеных грибов, потому что он более ароматный. Вот так вот, дорогие подписчики, секреты семейства Яниных. Да, я теперь... YouTube тоже, возможно, закрывает. Я теперь успешный видеоблогер. Мой совет в Ашане, покупайте кроксы, это да, лучшая инвестиция. Андрюха, ты этот... Ты ламберджек. Ламберджек? Да, ламберджек. Ты сексуальный дровосел. И как-то она так вот вообще не парится. И у нее там такой какой-то лофт-здание. Обалдеть. We say in Holland every disadvantage has an advantage. Yes. I'm curious because so far I've seen only kind of the luxury expat side of Moscow, yeah? Mm. Like the fancy restaurants and cafes. Every day. Yes, every day. And it gets boring. A little boring, yeah. Boring, yeah. Yeah. Будет интересно. Эх, раз, да еще раз. Еще много, 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 много раз. И раз, и два, и три. 8, 5, 6, 7. Булочки, 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 булочки. Женские, мужские. Мужские, порноха, плачь по нам. Человек на даче отселился. А Саша нас распиарит всех вот так. Будем вместе мы в журналах и так, и сяк. Only fans!
Эй, Лилу, стоп! Да нет, нет, там мышеловка. Мышеловка. Она не убивающая. Там нету какой-нибудь ярко. Он выжил. Нет, вторая мышеловка, которая щелкает. Сейчас тебя поймают. Андрей, а тебя не было в частушке? У вас есть такие в доме? Поели супчика с грибами мы все вместе. Теперь мы будем в туалете сидеть и петь песни. Эх, раз, да еще раз, и еще много-много раз. Собирай грибы в посадке, будет тебе вот так класс. Ну, Андрюша, ну дай мне две ложки. Ну ты что? Аккуратно только. Ты помнишь как? Конечно. Тебя не учили? Вот так вот, палец сюда кладу. Ну а что ты? Они в супе просто. Да ничего, вот. Ой, и все летит, на, попробуй. Давай, я тебе подпою. Они деревянные. И да, у тебя сладкая капуста. Нет, ты вот что-то. О, ты че, с долю, да? Просто не успел. Или ты просто так получилось? Начинаем, да? А в гостях у нас сидит голландец Ива Траляля. У него нет долларов и евро, нету ни рубля. Бедный. Эй, грех, грех, грех ты, грех, посмотри. Для тебя контент мы пишем, ты оставь сообщение на опа, опа. И друзей своих позови, чтобы было у Андрея миллион подписчиков. Рекламодатели ходили не хуже, чем Хуга Босс. Что пункт А движется к пункт Б, но также и пункт Б движется к пункту А. То есть это не произошло бы, если бы не произошло вот то.